Ребята, всем привет! Сейчас затестим Red Redemption 2. К сожалению, MSI Afterburner что-то отказался с ней запуститься. Ну, ничего страшного. Я включил через GeForce Experience счетчик кадров. К сожалению, вам его будет не видно, но я сейчас вижу. Значит, менюшки 60 кадров, проц 60% загружен. Скорее всего, эта игра не процессозависима, она больше это на видеокарту упор, скорее всего, ставится. Настройки графики я ничего не буду менять. Все поставилось по дефолту. Значит, смотрите сами. Разрешение Full HD, да, средние, где-то высокие настройки. Но в основном, как бы все средние. Графически стоит вулкан. Вот. Ну, здесь вот все так. Надеюсь, сейчас меня будет слышно. Звук я сделал. Вроде бы. Тут тише нельзя просто сделать. Вот громкость диалога еще можно вот так сделать потише. Вот. Ну все, поехали. 34 кадра, 35 кадров, проц загружен на 80%. Так, видюшка на 99%. Картинка, в принципе, плавная, никаких сейчас фризов не наблюдаю. 36 кадров, 40 кадров. То есть я вам буду говорить, если что-то будет сильно меняться, 37 кадров. Что можно сказать, значит, игру я установил на SSD диске, я взял SSD недавно, самсунговский. 860 Ева, Ева, хорошая моделька. Так и знал, что лучше такие игры, и тем более сама игра весит 116 гигов, то есть она, ее лучше, короче, ставить на SSD диск. 37 кадров. Графика, кстати, приятная, но сейчас еще особо не видно, потому что ночь, но 39 кадров, 40 кадров, то есть никаких ни подвисаний, никаких вообще ничего нет. Проц на 70-73% загружен. Оперативную память, да, я не сказал, 7,9, ну почти 8 гигов жрет игра в данный момент. У меня сейчас 12 гигов, кто не знает оперативки. Это 8 одной планкой и одной планкой 4 гига. Вот. Кому интересно, какая у меня материнская плата, у меня Asus P8H61 на 61-м чипсете. Это самая простая материнка. Вот, и... К сожалению, проц я даже 3570 не могу разогнать. Хотя знаю, что его можно разогнать. Но вот сейчас идет диалог, то есть 37 кадров, 39. В принципе, я могу сказать, что я доволен результатом. То, что я не зря взял SSD диск, потому что я знаю, что на жестком диске она бы подлагивала. Я знаю, такие инциденты были. Вот. Да и другие игры у меня на жестком диске уже ну, не тянет. Вот. Все-таки надо ставить игры уже на SSD диск. Картинка вообще плавная. 36 кадров, 37 кадров. FPS так и не меняется. То есть где-то 36-37 до 40 доходит. И вот где-то в этом значении находится. Напоминаю, настройки графики средние и высокие. Менять сейчас я настройки графики не буду. То есть то, что по дефолту стоит, то, что поставилось. Вот. Конечно, потом в дальнейшем я еще буду делать ролики на RDR 2. Вот. Так, сейчас кап-сцена идет. Проц вообще меня удивляет. Значит, 3570 жив, EV Bridge. 70% всего загружен. Даже до сотки не доходит. Какой до сотки, даже 90 не было. Там в начале игры только, по-моему, до 90% было, и все. Надеюсь, что меня хорошо слышно, потому что звук вроде все на минимум поставил. Вот. Сейчас здесь 46 кадров, 44 кадра, 45 кадров. Вот они сейчас разговаривают. Сейчас опять FPS до 34 кадров упал. 33 кадра. Прот 70%. Оперативки стало жрать 8,1 гигабайт. Значит, что там еще можно сказать? Видюха, все нагружено по полной. Вот они сейчас идут. Вот это начальное. Ну, все как бы это. 38 кадров, все отлично пока. То есть я ничего не замечаю, никаких вообще ни подлаги, ни фризов. Ничего нет. Это не может не радовать. Кстати, ребят, напишите, кто как бы знает, какая вообще максимальная температура у SSD дисков. Ну, сейчас он у меня холодный, 31 градус, 32 градуса, но когда, короче, это копировались файлы, вот эти, ну, очень долго там все копировалось, там что-то до 42 даже доходил. Я немножко удивился, но я никогда не замечал, я через AIDU смотрю, AIDU 64 Extreme. Вот. Кстати, температура процессора 45 градусов.
центрального процессора. По ядрам самое горячее ядро сейчас 56 градусов. То есть вообще игра, блин, удивляет. Ну, по крайней мере, оптимизация мне сейчас нравится, вот эта начальная. Не знаю, как там дальше. Кстати, сейчас FPS поднялся, сейчас 46, 47, 45 кадров. А, сейчас надо быстрее, видимо, бежать, да. Вот. Ну, не будем спешить. Вот. Ничего не поменялось, только FPS вырос. Проц также на 70%, оперативки 8.1 кушает. Значит, что-то там еще можно сказать. SSD-диск мой вообще не нагружен. 1%, 0%. То есть, ну, сами понимаете, Samsung EVO 860, у него достаточно большие скорости. И вот я 500-ник взял, в принципе, для игр достаточно. Ну, не совсем, конечно, мне бы хотелось бы терабайтник, но они достаточно дорогие. Вот. 45 кадров, 44 кадра. Ну, картинка плавная, то есть так же, как и в начале игры, все плавное, все отлично. Поговорить с Микой. Елочки такие. Вот сейчас 50 кадров было. Ну так камеру поменяю. 61 кадр. 60 кадров. Так, давайте еще раз глянем. Настроечки графики. Так, графика, да? Значит, режим экрана. Так, вертикальная синхронизация включена. Тройная буферизация. Так. Автоматически ставить игру, ну это ладно. Анизотропная фильтрация X16, текстуры на средних, качество освещения высокое, глобальное среднее, тени высокие. Ну, кстати, в принципе, неплохо для 1063-гиговой, достаточно неплохие настройки. Вот даже качество зеркал на ультра поставилось, ничего себе. Ну, здесь сами остальные уже видите, тени... Травы, мягкие тени на высоких поставились. Качество освещения частиц. Ну, средние и высокие. Ну, так скажу, где-то средние, где-то высокие. Вот качество деревьев высокие, рельеф, текстур. Вот. Ну, днем, конечно, днем надо будет потом тоже затестить эту игру. Сейчас я вам показываю только начало. Вот, 45-48 кадров. Ну, говорю, картинка вообще плавная. Меня это просто удивляет. И проц загружен на 70%. Скорее всего, днем уже будет... Ребят, в общем, еще хотел показать, какие у меня игры установлены. Вот. Ну, я буду еще качать игры, буду устанавливать. Ну, в общем, пишите, какие бы вы хотели бы, чтобы я игры еще затестил. Вот. Буду тестить, естественно, на SSD-диске. Давайте что-нибудь такое помощнее, потребовательнее, посовременнее. Вот это сейчас игры, которые у меня показывает GeForce Experience. То, что у меня сейчас есть. Вот. Кстати, вот пользуясь случаем, хочу показать, что у меня сейчас последние драйвера NVIDIA стоят. Это 456-71. Это вот они от июля 2020 года. Вот. Ну, что тут сказать. В принципе, RDR, оптимизация меня, ну, в начале игры меня все порадовало. Вот. То есть, все более-менее как бы идет нормально. Ожидал, как бы я хужего, да. Вот. Вот у меня, видите, да, то, что установлено сейчас, то, что есть. Вот. Стоит на... Ну, то есть буду ставить все на SSD-диск. Так, ну ладно, в общем, короче, это... Ставьте там лайки, дизлайки. Подписывайтесь обязательно на канал. И пишите в комментариях, говорю, вот еще раз повторяю. То есть, что бы вы хотели, какую игру мне затестить. Я как бы подумаю, если я ее до этого не тестил, то я ее затестю. Вот так. Ну все, давайте, ребят, всем пока.